полномочия. Поэтому буду я 100 раз уже показывал закон. Есть полномочия. Двумя третями мы имеем право отправить его в отставку. Все. Уже прошли все 3 месяца, давным-давно. Вот. Поэтому, независимо, я не думаю, что оно сейчас состав Совета депутатов, так сказать, примет эти решения, отправит в отставку кого-то, честно говоря, совершенно сомневаюсь. Но хотя бы мы обязаны, просто говоря, свои позиции заявить. Просто позиции. Партии пусть заявят свои позиции, конкретные депутаты пусть заявят свои позиции. Ну, я бы так сразу сказал, первое. Вообще-то эта прослушка, это что, решение разрешено было? Или нет? А вот разберемся давай. Нет, а разбираться, как ты будешь со следствием комитета разбираться? Нет, ну вы его спросите, возможно, у них, как у ФСБ, есть разрешение суда на прослушку. Пусть на правильном прослушку, то получается, что у нас Алексей Николаевич, прослушают. Простите, пожалуйста, вот давайте, это, давайте так. Да? Так получается. Алексей Николаевич, давайте разделим два вопроса. Да? Возможно, прослушка даже незаконная. Какой-то Сноуден взял у нас, объявился и разоблачил. Нет, возможно, давайте. Но от Без этого не лучше выглядит Потапов и Голубев. Не лучше. Виталий Дмитриевич, мы просили подойти от Соколовского, давай. Подошли к Павлу. Да, я позиции сны, мне кажется, мне это не связано. Когда таким образом выбрасывается, когда в определенный период, то возникает вопрос. Какой вопрос? Есть вопрос. Нет, вопрос давайте, вопрос-то на самом деле сейчас прошу. Еще давайте с собой эту тему тогда и закончим. Я против, давайте про первый. Ну, пусть поставьте на голосование. Ну, я про это говорю, что есть кто-то желающий высказаться по этому поводу? Нет. Нет желания, да? Есть желание? То есть вопрос понятен. Значит, вынести на сессию вопрос вопрос первый об отставке Потапова. Второе, это вопрос о поведении, я бы даже сказал бы более сильно, так сказать, о руководстве Совета депутатов города Брянска. Лично я имею в виду, что отставка безусловно объявлена, избрание нового председателя и избрание обязательно заместителя председателя. Вот два вопроса. Прошу проголосовать. На ближайшую сессию. На ближайшую сессию. А куда тянуть-то? 7 числа. А что это туда ждать? Нет, да обождите. А что это? Ну что, еще ждать, когда хозяин что-то скажет? Нет. Ну что тут еще тянуть-то? При чем тут хозяин? Что, понимаете, по таким случаям люди собираются даже ночью. Потому что нужно решать. Я уверен, что та команда, которая это касается, вся собралась ночью, все изучали. А как совет депутатов? Нет, нет. Вот совет депутатов по барабану. Я ночью. Первый зам сидит в тюрьме. Ну, СИЗО. Глава сидит в СИЗО. В отношении хозяина города, так сказать, уголовное дело, что он там гонит бензин самопальный, да? Теперь выясняется, что хозяин города на матах таскает, так сказать, этого пацана, этого коммуниста, значит, учит его уму-разуму, да? Значит, выясняется, что его брательник, так сказать, тычет председателю совета депутатов, так сказать, как себя нужно вести. Тут же говорит, что да, ну что, мы все подчиненные, так сказать, Голубева. Ну, не позорны. Сколько можно? Неужели мы это не можем обсудить? Вот просто взять и обсудить на сессии депутатов. Ставьте чего еще? Давайте ставлю вопрос на голосование. Вынести вопрос о власти в городе Брянск. Кто за то, чтобы вынести этот вопрос на ближайшую сессию Совета депутатов? Прошу поднять руки. Один. Кто против? Два против. Алексей Николаевич Усин, Алексей Николаевич Косаков. Кто воздержался? Игорь Юрьевич. Давайте. Все, значит, больше у нас фразы ничего нет. Переходим к вопросу номер 2. Да?